Не выбрал безопасную дистанцию. Водитель МАЗа стал виновником аварии на трассе Нижний Новгород-Саратов в Арзамасском районе. На скользкой дороге большегруз столкнулся с автомобилем Kia Rio. Иномарка получила сильное повреждение. Кроме того, в ДТП пострадал ребенок, находившийся в легковушке. Серьезных ранений девочка не получила. Один остановился в центре проезжей части, второй влетел в знак пешеходного перехода. Авария на улице Должанской стала причиной крупного дорожного затора. Водитель «Форда» при выезде с второстепенной дороги не пропустил «Ладу». От удара отечественная легковушка отлетела в столб. В результате ДТП автомобили получили сильное повреждение. Водителю «Форда» потребовалась медицинская помощь. Лобовое столкновение и авария, участниками которой стали 6 автомобилей. Массовое ДТП произошло на улице Рокоссовского. Водитель Kia Rio, поворачивая налево через встречную полосу, не пропустил «Вольво». От удара машину виновника аварии отбросила настоящую сзади «Газель», а «Вольво» столкнулась с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Госпитализация потребовалась только водителю Kia Rio. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Советской Армии. Водитель, выезжавший из двора, не убедился в безопасности маневра. В него врезалась иномарка, ехавшая прямо. Серьезных повреждений машины не получили, в аварии никто не пострадал.